В минувшие выходные спорт объединил допризывную молодежь и работников военкомата. В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в Кугесях прошла 7-я ДСААФовская лыжня. Поучаствовать в ней решил и глава республики Михаил Игнатьев. ДСААФовская лыжня уже для многих стала традиционным праздником массового зимнего спорта, который в этом году посетили около 1000 любителей активного отдыха. Среди них допризывная молодежь, сотрудники военкомата Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов и, конечно же, сами работники регионального отделения ДСААФ России. Мы готовим молодежь, мы для нее можем представить много интересного. Это прыжки с парашютом, это вождение военных автомобилей, это мотоспорт, это изготовление судомоделей и все прочее, прочее. Сегодня, конечно, нет возможности предоставить все наши возможности, но тем не менее мы хотели и хотим сегодня устроить праздник для молодежи, для молодежи, для жителей Чебоксарского района. Прежде чем был дан старт участникам, лыжную трассу опробовал лично глава республики. Преодолеть дистанцию в 3 километра ему оказалось не очень сложно. Все благодаря регулярным занятиям физкультурой. Я полагаю, что будет много положительных эмоций, амбиций. Зрители, болельщики будут вдохновлять и подбадривать, кто дойдет до лыжни. А так вообще, кто вышел на финиш? Или кто прокатился на лыжне, это вы все победители. Среди участников оказались не просто любители лыжного спорта, но и профессионалы. Воспитанники Республиканского центра зимних видов спорта. Неудивительно, что они оказались в числе первых. Однако гонка выдалась непростой и для них. Не думал, что будет тяжелая трасса. Через 30 секунд. Так у меня на старте... Не очень стартанул хорошо, проспал старт. Получилось так, что пришлось догонять. На финиш уже дорабатывал просто. Сама трасса мне очень понравилась. Я считаю, что для молодежи это необходимо делать, развивать их, подтягивать к спорту, как говорится, не чтобы там входили, вредные привычки имели, а гордились то, что они спортсмены. Ну, призывникам это, конечно же, поможет при поступлении сдавать спортивные нормативы. Праздник спорта удался. Трасса не подвела, погода тоже. А развернутая полевая кухня стала отличным завершением ДСААФовской лыжни. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика.